Несколько миллионов рублей в год позволяют сэкономить каждая модернизированная котельная Вологды. Эти цифры специалисты предприятия «Вологда Гортеплосеть» представили главе города Евгению Шулепову. 1 августа он оценил ход работ по подготовке к новому отопительному сезону. В том числе побывал на тех котельных, где идет реконструкция. С подробностями Мария Поздеева. В зависимости от температуры наружного воздуха, котельная автоматически изменяет параметры подъема теплоносителя. Экономичность налицо, еще эффективность и надежность. В преимуществах нового оборудования котельной на Добролюбово специалисты уже убедились. Серьезная модернизация прошла здесь еще в прошлом году. Появились котлы с высокой производительностью, энергоемкие насосы, система химводоочистки. Все это позволило жителям двух десятков домов микрорайона Заречья забыть о проблемах с отоплением и перебоях с горячей водой. Котельная будет работать без постоянного присутствия, работает уже без постоянного присутствия обслуживающего персонала, значит, и работает более в экономичном режиме, сжигает и потребляет меньше газа и электроэнергии. В целом мы оцениваем снижение потребления энергоресурсов данной котельной и в целом себестоимости на 17%. За сезон это 2 миллиона рублей экономии. Цифра весьма солидная. Потому было решено модернизировать еще ряд городских котельных. Сейчас масштабная реконструкция идет сразу на 5 объектах. На улице Ленина в Молочном, а также на Разина, Пролетарской, Красноармейской и Комсомольской. Что касается последней, здесь работы на стадии завершения. Котельную подрядчик готов сдать к началу уже этого отопительного сезона. Вся тепломеханическая часть смонтирована, газовая часть тоже смонтирована. Остался монтаж в основном, то есть электрики и автоматики. По оборудованию вопросов нет. По оборудованию все укомплектовано, да? На 100% все есть. На этом объекте уже установлены 3 новых современных котла западного производства. Работать они будут в автоматическом режиме, что гарантирует вологжанам стабильное и надежное получение тепловой энергии. Экономия также просчитана – почти 3,5 миллиона рублей за сезон. Надо сказать, что мы в этом году продолжаем проект модернизации нашего теплового хозяйства. Около 200 миллионов рублей на это направлено. Это деньги как предприятия, так и Европейского банка, кредитные ресурсы. И надо сказать, что эта модернизация нам позволяет стабилизировать все-таки рост тарифов на тепло. Вот на 2014 год повышение всего составит 2,6%. Несмотря на то, что на газ тарифы растут на 15%, очень серьезно растут тарифы на электроэнергию, ну и так далее. В целом, Вологда сегодня готова к отопительному сезону более чем на 70%. Из 24 котельных, обслуживаемых предприятием «Вологда Гортеплосеть», 17 отремонтированы полностью. По оставшейся котельной ведется работа по подготовке. Также более 240 километров тепловых сетей прошли опрессовку и отремонтированы, и готовы к отопительному сезону. А на 60 километрах еще ведутся работы, то есть будут проводиться гидравлические испытания и устраняться имеющиеся дефекты на тепловых сетях. Во многом старт отопительного сезона зависит и от самих вологжан. На скорость и качество ремонтных работ влияет ситуация с долгами жителей перед предприятием «Вологда Гортеплосеть». Сегодня речь идет уже о сумме в 500 миллиона рублей. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда Портал.